Ребят, в начале видео хотелось бы вас поблагодарить, сказать спасибо за ваш актив в виде лайков, комментариев. Стараюсь именно для вас, вообще каналов нет по восстановлению, поэтому если у вас есть у друзей или же у вас какие-то интересные видео про ваш автомобиль, про восстановление или же какой-то интересный тюнинг, скидывайте мне либо на почту, ВКонтакт, ну короче, вы можете даже ВКонтакт написать, я всегда на связи, поэтому стараюсь именно для вас. И еще хотелось бы ответить на один вопрос про 14. Так, пацаны, надеюсь, вы там приготовили чаечек, усаживайтесь поудобнее. Сегодня действительно интересный такой рассказ про достойную десятку. И вообще, хотел вам рассказать про такой вариант, потому что много людей мне писало в комментариях: Серега, покажи нам десятку, сколько стоит собрать. Ну, это вариант у нас на восьмиклопе. Собственно, вы можете увидеть, в каком состоянии хозяин ее приобретал. Кстати, машина приобреталась за 49 тысяч рублей в феврале этого года, то есть пацан огромный молодец, считаю, что за полгода привел ее в такое бодрое очень состояние. Ну, можете увидеть то, что по кузову она была совсем уставшая. Ну, я так думаю, что хозяин вообще не приуныл и решил ее все-таки восстановить. Я считаю, что это восстановление, потому что, ну, кузов реально бобры поели его. Вот, кстати, с обычным салоном. Ничего там сверхъестественного. Впоследствии хозяин установил туда там эвоковрики, еврообшивки. Ну, в общем, так, по мелочи. Черный потолок, фотографий особо нет. Он сказал то, что еще все в процессе именно салона. Но тут самое главное — это внешний вид. Я так думаю, очень многим он понравится. Обязательно поддержите лайком, если вам нравится такая десяточка. Цвет у нас называется Млечный Путь. В процессе первым делом был разобран салон, промовилено, переварено. Ну и, собственно, покрашено в этот красивый цвет. На самом-то деле он такой вот темный, ну, черный. Ну, прикольно выглядит. Вот, затем она была отполирована. Дальше решил поставить пневму, ну, как всегда, в общем-то, самый идеальный вариант для такого проекта, да, десяточку, чтобы привлекало внимание. Четырехконтурное, все как надо, в общем. Дальше были приобретены 17 диски. За 17 диски вы будете писать со слов хозяина. Диски называются Zero, одни в РФ, очень редкие. Поэтому погуглите, что это за диски такие. Мне самому стало интересно, я так погуглил. Вроде такие, там много есть вариантов разных этих дисков. Поэтому, ну, так прикольно выглядят очень для нее. Вот, параметры сейчас я вам покажу прямо на экране. Я думаю, тоже будет важная информация. Многие люди собирают такие проекты. Вот, 17-й. Ну, так достаточно нормально наложится. Конечно, не для прям сумасшедших там соревнований. Ну, я думаю, он ездит на неаккуратно. Этого вполне достаточно. Пузом не надо ей там тереть. Вот. Поэтому примерно, ребят, по затратам хотелось бы рассказать вам. Машина сама была куплена за 49 тысяч рублей, пневма вышла около 35 тысяч рублей, диски 38, покраска 40,
полностью переварить кузов 12. Кстати, он нормальные цены нашел, потому что вот мою 14 я переваривал гораздо дороже. Но я как бы подешевле нашел то, что знакомо. А так, конечно, мою 4-ку переварить около 25 стоило. Но здесь, возможно, то, что так обошлись малыми затратами. Вот салон ушло 15 тысяч, а именно это вот черный потолок, еврообшивки, всякие мелочевки, ну и там музыка он поставил тоже небольшую, ну так считаем, что это салон, там новый ковролин, сиденья у него от Priory 2 стоят, поэтому ну около там 15 плюс-минус. Вот, новые фары, клюшки, SE зеркала Priory и пороги, я не понял, кстати, что за пороги, ну короче, все вышло в 20 тысяч. Так что примерно уже насобиралось 200 тысяч рублей. Плюс, ну, естественно, бампера тоже новые покупались. Он там скрещивает с Priory бампером, но у него там еще до конца он там недоволен, как получилось, поэтому показывать так особо не буду. Вот. Итого, с учетом покупки машины, вышло примерно в 210 тысяч рублей. Стоит ли брать и восстанавливать тачку, или же взять уже готовую за 200? Ну, как по мне, думаю, стоит попробовать. Пишите обязательно в комментариях, интересно с вами на эту тему, конечно, поразглагольствовать. Вот, хоть раз в жизни, я думаю, что стоит восстановить. Ну да, остался 8-клапанный мотор. Бывают десятки на 6-норе. Ну вот у меня у отца десятка на 6-норе с евросалоном, как бы типа люксовая, там с подогревом. Ну, все дела у меня на канале есть, плейлист. Вот, ну у них и цена будет более-менее около 100 тысяч, это так, просто на ходу. Естественно, там убитый 6-нарь, убитый там кузов, ну там и затраты будут совершенно другие, и придется там вложить, ну, я не знаю, она выйдет в 300 тысяч, чтобы с евросалоном. Поэтому считаю, это очень хороший вариант и наглядное пособие для тех, кто хочет купить десятку и привести ее в идеал на 8-клопе с обычной торпедой. Я думаю, очень адекватный вариант. Честно, ребят, мне она очень понравилась. Я думаю, и вам тоже показать такую тачку. Я считаю, что достойна она. Вот, цена, считаю, адекватная. Тем более, ты сам все делал. Ты знаешь уже, что ты в нее вложил, сделал, и ничего у нее не отхлебнет. 210, это, естественно, цена ориентировочная. Уверен, что там еще куча была вложена мелочей. Она выйдет около 230 тысяч рублей. Это я вот обязательно надо брать запас. Поэтому, кто хочет себе построить такой проект, примерно такой, да, выйдет вам в 250 тысяч. Это вот запасом, тем более в каждом регионе цены разные. Ну, как по мне, очень достойный вариант. В сообществе на YouTube я выкладывал фотографию, и там подписчики писали то, что интересно сравнить, сколько он сюда вложил. Тоже у многих есть десятка. Ну, собственно, пишите тоже ваши варианты, как вы, возможно, собирали десятку. Если у вас есть достойные варианты и вы хотите это показать моей аудитории, подписчикам, обязательно, пацаны, присылайте мне ВКонтакт, в Инстаграм, возможно, там на почту, везде контакты есть, буду очень рад вам ответить, поэтому огромное спасибо, кто поддерживает меня в виде лайком. А в итоге хотелось бы сказать то, что десятка очень и очень достойно получилась. В принципе, она перевалила, ну, район 200-250 тысяч рублей. Если делать еще своими руками, то выйдет, естественно, дешевле. Огромный респект хозяину, ссылку я оставлю в описании. Присылайте, опять же, вам напомню про интересный проект. Обязательно опубликую самые лучшие. И я думаю, очень интересная рубрика будет продолжаться. Тем более с этим коронавирусом у нас опять все начинает усиливаться. Буду выкладывать чаще и чаще ролики подобного формата. Я увидел ваш самый главный актив, поэтому это самая лучшая мотивация в виде лайка. И в следующее видео у меня, естественно, есть мотивация их делать. Поэтому рад был, что вы посмотрели этот ролик. И всего вам самого наилучшего. И главное, здоровье. Это сейчас самое главное у нас в наше время. И увидимся, пацаны, в следующем видео. Всем пока-пока. Не забывай подписываться, кстати, на канал. Следующее там видео еще будет круче.